Самовольную постройку демонтировали в Махачкале. Двухэтажный монолитный каркас размерами почти в 300 квадратов был возведен по улице шоссе аэропорта в микрорайоне Новый город. В мероприятии по сносу участвовали специалисты управления архитектуры и градостроительства, а также сотрудники службы судебных приставов по Кировскому району Махачкалы. В результате долгих судебных разбирательств иск администрации города Махачкалы о признании строения, расположенного в микрорайоне Новый город, незаконным и о его сносе был полностью удовлетворен судом Кировского района города Махачкалы. В связи с чем сегодня администрация города Махачкалы организована мероприятие по демонтажу данного строения. Напомню, накануне Салман Дадаев провел координационное совещание по вопросам пресечения незаконного строительства. В ходе совещания глава города отметил, что уже третий год на территории Махачкалы прекращена выдача разрешений на строительство многоквартирных домов.